столь лаконичными средствами видеотекст передает, мне кажется, главное вкусовые смыслы этой песни. Вот. И знаете, здесь как два героя ярко проявлены. Начинается с самого главного солнца, начинается видеотекст. То есть вот солнце – это его эпоха, это его пора. И второй герой – это сердце человека. Вот этот зеленый свет, цвет – это именно сердечный цвет действий человека, сердечных действий. И вот первый, последний куплет – это, знаете, вот мне кажется, в этих в тексте проявлено именно действие солнца. Это лучи, это сияние, это вот прямо источение света. И вот второй, третий куплет – это действие человека. Вот как действует он с сердцем, как, мне кажется, он вбирает себе солнце и его продолжает вот в этом тексте, как он чутко, как он действует в ритме, как, знаете, удивительно вот это прямо ощущение, он действует его сердце в эту пору, как он настроен на происходящее, как он включен в этот процесс, как это творчески. И на самом деле удивительно. И вот этот вечно зеленый, мудрый одновременно, да, впечатление, что это цвет, символизирующий мудрое, зрелое действие. Вот такая пора.